Всем добрый день! Вы на канале Татьяна Мертвого Турецкие узоры. Сегодня я к вам пришла вот с такими тапочками. Давно меня не было. Дела домашние затянули. Наконец-то добралась до съемки. Значит, тапочки листопад, как я их назвала. Связала разными цветами, чтобы вы могли посмотреть, как они выглядят. Вот. В зеленом цвете, вот светлым цветом. Видео я буду снимать светлым цветом. Значит, верх у меня полностью связан тунисским вязанием. Боковые стороны. Подошву я связала спицами. Одни тапочки у меня на размер 39 получились. Те, которые сегодня буду вязать, они у меня на размер 37-38. Размер мы будем увеличивать вот с помощью, удлиняем вторую половинку тапочка. Ну, это в процессе видео, это я вам все расскажу. Значит, подошву также можно вязать тунисским вязанием, но я в этот раз предпочла со снятыми петлями уплотненную вязку. Что мне для этого нужно? Какими я нитками вязала? Смотрите, рисунок одинаковый. Единственное, первую пару я связала крючком номер 3, тунисским крючком. И они у меня получились на 39 размер. Эти я сегодня вяжу крючком номер 2,5. И они у меня получились на размер меньше 37-38. Значит, акрил у меня Дора и Флора. Дора и Флора. 100 граммов 230 и 240 метров. Потом на листик я вот остаточки нашла. Желтый, оранжевый и красный. Пороемся, у кого какие запасы. Теперь схему вот такую вот нарисовала, но она без прожилки. Эти вот веточку я потом вышью отдельно, поэтому сначала нарисовала вот так вот, подобрала такие цвета. Мне эти цвета понравились, поэтому я посчитала, что эти цвета подходящие. Схему я вставлю вместе с фотографией в YouTube на моей странице сообщества. Если же у вас там не открывается или вы не можете оттуда взять по каким-то причинам фотографию, вы на моем аккаунте, на моей странице в Одноклассниках под фото в комментариях я сразу вставляю все схемы. Можете зайти и посмотреть, там страница моя открыта, все альбомы открыты. Пожалуйста, заходите, смотрите комментарии, забирайте схему. Или же видео заскриншотьте, переснимите схему. Значит, листики у меня смотрят в разные стороны, поэтому можно и так поставить схему, перевернуть, и вверх ногами, как хотите. В любом виде. Я один связала так смотрит, один смотрит вниз. Так, что еще? Что мне еще понадобится? Спицы у меня номер 2,5. Крючок у меня номер 2,5. Темно-коричневая ниточка для вышивки. Вышивка очень простая. Просто стежками вышьем листик. Так, вроде бы все это сказала. Начну вязать я в этот раз немножечко по-другому. С ободка буду вязать, потом буду вязать мысок, но обо всем по порядку. Видео это у меня будет состоять из двух частей, потому что рассказывала не спеша, чтобы всем старалась, чтобы было понятно, медленно, чтобы не возмущались, потому что быстро говорю, более медленнее говорить уже не могу. Значит, в первой части у нас будет мысок попетельно, буду рассказывать, провяжем полностью листик мысок, а вторую часть уже будем заканчивать тапочек, боковушки, подошву, вверх, вот так вот. Значит, видео будет из двух частей. Сначала загружу обе части, поэтому, чтобы не искали, друг за другом будут идти две части. Ну, вот вроде бы основное все сказала. Начнем. Начинаем вязать с мыска. Начинаем вязать мысок. Значит, я что сделаю? Провяжу одну полосу вот от середины. Сначала одну полосу левую, потом доберу здесь петельки, провяжу правую. У меня мысок начинается, потом буду, когда вязать мысок, он у меня будет с 12 петель. Я его буду расширять до 24. Значит, что я сделаю?
провяжу 12 мысок петель, 6 петель, и высота мыска у меня 31 петля, 31,6, 37. Одну половинку вот этого вот рантика боковой стороны я провяжу 37 петелек. Потом вязание закрывать не буду, перейду на эту сторону и также провяжу эту сторону. Потом буду вязать мысок, набирать петли и монтировать его. Значит, я разделила на один маленький клубочек, отделила, чтобы здесь потом нитку не привязывать, а сразу с маленького клубочка я буду вязать вторую сторону. Сейчас будем вязать полосу, набираем 8 петель. Первый ряд провяжем основным цветом. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Раз, два, три. 4, 5, почему у меня 7 получилось? А, 6, 7 и последняя, вот она, 8. 8 набрали, возвращаемся обратно. Первая петелька на спице, одну провяжу основным цветом, следующая у меня будет красным. Смотрите, у меня будет два цвета, красный и желтый. Я опять же, чтобы здесь не привязывать нить, а продолжать вязать, вот метра два такой клубочек сделаю, оставлю их и будем вот в серединке возьму, дальше буду так вязать. Значит, одну красную. Одна основным цветом. Одну желтую. И оставшиеся 3 петли основным цветом. Все, так 8 петелек. Буду чередовать цвета через каждые два ряда. Провяжу 37 рядов. 31 ряд у меня высота мыска. И 6 рядов половинка начала мыска. Если у вас будет мысок шире начинаться, то, соответственно, напополам разделим. И сколько там петель получится, столько добавим к высоте мыска, провяжем эту полосу. Возвращаемся обратно. Желтый над желтым, красный над красным. Второй ряд провяжем по рисунку. Посмотрите, два ряда желтым, красным. Два ряда дальше шла однотонным основным цветом. Далее меняю красный над желтым, желтый над красным. Я провязала так простенько. Но когда мы будем вязать мысок, легко будет ориентироваться, чтобы нигде ничего не перекосило. Будет здесь петелька закрываться и, соответственно, здесь. Ну, особенно для тех, кто начинающий, это будет легче. Хотя можно провязать полную полосу от начала мыска до конца. Ну, там тоже есть свои нюансы, в общем. Так, красный. Один красным провязала. Следующий ряд. Раз. Ой. Две петельки основным цветом. Одна красная. Одна основным цветом. Одна желтая. Последних три основным цветом. Все, возвращаемся обратно. Следующие два ряда провяжем основным цветом. Тут только начало еще. Тяжело понять.
Далее желтый над желтым, красный над красным. Далее все основным цветом. Вяжем 2 ряда основным цветом. Провязала 2 ряда основным цветом. И опять первых 2 основным цветом. Теперь меняем цвет. Над красным провязываем желтым. Над желтым провязываем красным по одной петельке. Между ними 1 петелька основным цветом. Опять основным цветом возвращаемся обратно. И так я провяжу 37 рядов, буду чередовать цвета. Можно сделать однотонным эту полоску, как хотите. Возвращаемся, захватила ниточку по 2 петельки, возвращаюсь обратно. Все, провяжем нужное количество рядов. Цветную нить я обрезать не буду. Я тоже оставлю пару метров. Свяжу их там дальше в клубочек. Она нам пригодится. Ну, до туда мы потом дойдем. Так, все, вяжем по узору. Это даже не узор, это просто... Просто черточки такие. Так, вяжем, девочки. Провяжем 37 рядов. Встретимся. Так, идем дальше. Провязала я 37 рядов. Ниточку оставила. Вот так я ее заделала, чтобы она мне не мешала. Теперь, вот где мы начинали начало ряда, самый первый ряд. Теперь вяжем правую сторону. Я ниточки не обрезала. Теперь буду набирать петельку. Вот как идет петелька, в каждую вытаскивать петельку. С каждой вот петли, вот видите, такой вот как шов у нас проходит, чтобы это вот петельки с этой полосы все совпали. Вот тут дырочки, они видно их. По 2 дужки в петельку. Вот так вот, вот она совпадет. 2. Также наберу 8 петель. 3. 4. Так, ниточку можно перебросить сразу здесь. Пять, шесть, семь, и вот восьмая у нас кромочная. Я веду по 2 дужки и возвращаемся по 2 петельки обратно. Так, у нас первый, и еще провяжем один ряд, получается, да? Нет, первый наборной. Второй будем уже вязать узором. Смотрите, я здесь, конечно, начала обе стороны с одного цвета. По правилам нужно было продолжать желтый-красный, но я этого не заметила и так пошла дальше. Поэтому я уже в этой паре точно так же наберу красным цветом, а вы можете также и продолжать. Вот у нас шел желтый-красный, дальше наберем желтым и так далее. Так и пойдет чередование. Но я наберу так, как я делала в первой паре.
Просто поздно заметила, уже не захотела распускать. Так, и все. Точно так же привяжем 37 рядов. Вот. Одну над одной набрали. Между ними первых три основным цветом. Одна желтая, одна основным цветом, одна красная и две основным цветом. После красной одна основным и одна кромочная. Захватила и возвращаюсь обратно. Все, вяжем, чередуем цвет, провяжу и в конце опять же оставлю метр-полтора красный желтый цвет, потому что дальше потом, когда дойдут до половинки, я буду продолжать вязать вот эту вот окантовочку вместе с боковой частью, поэтому я оставляю эти цвета, чтобы потом не привязывать, не отрезать. Кто не хочет с нитками путаться, можете обрезать, конечно, но так получается чисто, смотрите. Никаких узелочков, ничего. Три основным цветом, одна желтая, одна основным, одна красная. Следом идет у нас два ряда основным цветом. И опять меняем цвета и также провяжем точно так же, как вязали левую половинку. Тут у нас вот сразу будет серединка видна уже. От нее потом будем плясать, когда будем вязать мысок. Будет легче рассчитывать. Ой, понятно, да? Провязали эту сторону, точно так же набрали, вяжем вторую сторону. Провязала я, закончила полоску с обоих сторон. Теперь будем начинать вязать мысок. От середины в каждую сторону отсчитаю по 6 петелек. 12 петелек я наберу. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Набираю 12 петель. Два, по две дужки и вытягиваю. Три, четыре, пять, шесть, семь. 8, 9, 10, 11, 12. Вот начало здесь возле желтой началось у меня и здесь, поэтому я делала одинаково, чтобы более было понятнее. Так, возвращаюсь обратно по 2 петельки, захватываю ниточку. По 2 петельки провязываю. Добавки начну делать сразу со второго ряда. Так, подтянули. Теперь вот у нас здесь была петелька, следующую я с изнанки в этот раз буду соединять. Ввожу крючок, захватываю вот эту вот ниточку, вытягиваю ее наизнанку.
вытащила. Теперь вот это вот первая петелечка у нас. Захватываю нить, соединяю их две вместе, закрепляем. Вторую провязываю. Между ними вот есть такая перемычка, петелька. Из нее я буду делать добавку. Второй ряд у меня будет получаться сколько? 14 петель. Считаем. 3, 4, 5, 6, 7. 8 9 10 11. Делаем одну добавку. 12 13. Последнюю петельку тоже буду провязывать. Последнюю петельку беру за две дужки. Ну, здесь первый ряд немножечко тяжело. Дальше она развяжется, уже будет проще. Сейчас я крючком ее вытащу. По две дужки вытягиваю петельку, провязываю. Все провязала до последней петли. Теперь следующую. Кромочную ввожу крючок, захватываю и протягиваю через первую петлю. Подтянули, опять захватываю и по две петельки возвращаюсь в начало ряда. Так я провяжу 6 рядов. В каждом ряду буду делать добавку в начале ряда и в конце. 7-го ряда начну вязать листик. Последняя петелька. Подтянули ее, чтобы она не убежала. Ввели крючок, вытягиваем ее. Теперь вот у нас образовывается петелька, видите, она лишняя. Если раньше, допустим, кто знает, когда мы вязали по внешней стороне, по лицевой закрепляли, мы ее просто не провязывали. В этот раз я буду эту петельку соединять с крайней. Подтянули. Следующий накид, добавку не теряем. Вот он. Провязали. Делаем добавку из перемычки. Вот между петельками. Поперечная петля, так сказать. Добавили. Все, дальше вяжем все петли, как обычно. Вяжем до последней петли. Последнюю петельку тоже буду провязывать. Вяжем так до конца ряда. Вяжем. Пришли в конец ряда. Осталось у нас 2 петельки. Делаем опять добавку. Последние 2 петельки провязываем. Вот она последняя. Под 2 дужки ее. Вытянули. Теперь с боковой части провели. Захватили. Вытягиваем и протягиваем эту петлю через последнюю провязанную. Опять захватываю и возвращаюсь по 2 петельки.
Ой. Подтянули. Так. Проводим. Захватываем нашу последнюю петельку. Выводим ее наизнанку. Вот первая петелька у нас. Скрепляю их вместе, провязываю. И дальше вяжем все петельки, как они лежат, как они смотрят. Вторая. Из перемычки добавляем одну петельку, делаю добавку. Все, идем до конца ряда. Вяжем все петли. Довязываем до конца. Это сколько? Раз, два, три, четыре, пять. Пять рядов. Сейчас еще один шестой провяжу. И седьмого буду лист вязать. Так, добавку сделала. Последние две провязываю. Раз. И последняя по две дужки. Два. С боковой стороны завела, захватила ниточку, протянула ее через последнюю петельку, подтянули это дело все, захватываю обратно и возвращаюсь по 2 петли. Идем в начало ряда. Пришли в начало ряда. Вытащили петельку. Провязали 2 вместе. Следующую провязываем. Делаем добавку. Вяжем. Вяжем все петельки. Дальше идем до конца ряда. В конце ряда сделаем добавку. Значит, седьмой ряд будет узор. У меня должно быть 22 петельки на спице. Я без накида буду вязать седьмой ряд, чтобы немножечко закруглить мысок. Потом через один ряд еще раз сделаю по добавке. Всего у меня будет 24 петельки. Вяжем до конца. Пришли в конец ряда. Еще раз показываю. Под последнюю петельку мы провязываем. Под две дужки ввели. Провязываю ее. Под две дужки с боковой стороны ввожу крючок. Захватываю ниточку. Вытащила. Провела через последнюю провязанную петлю. Опять захватываю и по 2 петли возвращаюсь в начало ряда. Все, так я соединять буду весь мысок. Возвращаемся в начало ряда. В
Провязала я 6 рядов, 7 ряд. У меня на спице 22 петли. Добавок в этом ряду делать не буду. Как я уже показывала в начале, на одной тапочке я листик провяжу, будет смотреть вверх, а на этой тапочке провяжу наоборот. Поэтому это правила нету. Этот листик можно провязывать по-любому. И так перевернуть, и так перевернуть. И вот боком его можно провязать. В любом виде его можно провязывать. Значит, что делаем дальше? Вяжем листик. Первые 8 петель провяжу основным цветом. Так, 4. 5, 6, 7, 8. Одна, в этом ряду одна петелька будет желтым цветом. Значит, я на каждый цвет отрезаю отдельную нитку, метра полтора, где-то так в среднем. И потом после каждого ряда я просто эту нитку вытягиваю, чтобы клубочки не запутались. Ну, бывает, остается 10-15 сантиметров, ничего страшного. Так, одна петелька желтым, первый ряд. И дальше все до конца ряда будем вязать основным цветом. 13 петель. Так, все до конца вяжем основным цветом. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Накид не делаем. 2 дужки захватили, провязали, захватили ниточку, вытянули, провели ее через последнюю провязанную петлю. Захватываем ниточку и возвращаюсь по 2 петельки. Начало ряда. Возвращаемся. Желтый цвет над желтым будем вязать, красный над красным. Все, по 2 петельки. Возвращаемся в начало ряда. Второй ряд узора. Здесь я сделаю последнюю добавку. Так, петельку подтянула с изнанки. Провязываю вместе. Первую провязала, последнюю добавку делаю. Так, 4, провяжу 9 петель, 4, 5, 6, 7. 8, 9. Теперь 2 желтым. И остальные до конца ряда, все основным цветом. В конце ряда сделаем одну добавку. Всего получится у меня 24 петли, как я говорила уже. И на них я буду продолжать вязать мысок. Опять же, если у вас размер больше, у вас может быть 26 петель.
вяжем до конца ряда основным цветом. Это был второй ряд. Третий ряд узора. Первые 9 петель провяжем основным цветом. Следующую петельку провяжем оранжевым, подключаем оранжевый цвет. Вот я ее подвязываю на ряд ниже, закрепляю ее. Ну или же закрепляйте так, как вам удобно будет. Одна оранжевым, две желтым. Шесть петель основным цветом. Переведем желтую нить, она нам сейчас пригодится. Шесть основным цветом провязали, одна желтая. Остальные петли до конца ряда. 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Провяжем основным цветом. Возвращаемся в начало ряда. Это был третий ряд у нас. Вяжем, идем в начало ряда. Четвертый ряд. Первые 9 петель провяжем основным цветом. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 петли оранжевым. Две петли желтым. Четыре петли основным цветом. Я здесь подключила еще один клубочек основным цветом, чтобы не было больших протяжек. Раз, два. Три, четыре и две желтым. Раз, два. Оставшиеся петли до конца ряда вяжем основным цветом. 5 петель у меня. Раз, два, три. 4. И вот пятую последнюю провязываем. Все, возвращаемся в начало ряда. Это был четвертый ряд. Идем в начало ряда. Пятый ряд узора. Первые 7 петель провяжем основным цветом.
Дальше две желтым. Три оранжевым. Две желтым. Одна основным цветом. Две желтым. Одна оранжевым. Здесь я подключу новую ниточку, чтобы не было больших протяжек. Одна желтым. Оставшиеся петли до конца ряда я буду вязать основным цветом. Довязываем до конца ряда и возвращаемся в начало ряда. Это был пятый ряд. По две петельки возвращаемся в начало ряда, вяжем шестой ряд. Это я пришла в начало ряда, шестой ряд, первые 7 петель провяжем основным цветом. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, три желтым. Раз, два, три, две оранжевым, раз, два, две желтым, одна основным цветом. Одна желтым. Одна оранжевым. Новый цвет красный, темно-красный. У меня на камере, может быть, выглядит светлее, но он у меня темно-красный. Подсоединяем красный цвет. Одна красным. Одна оранжевым. Остальные до конца ряда вяжем основным цветом. Это был шестой ряд. Довязываем до конца, возвращаемся в начало ряда.
Так, вот. Начало листика начинает вырисовываться. Вот что у нас сзади. Идем в начало ряда. Заканчиваем шестой ряд. Седьмой ряд. Первые 8 петель провяжем основным цветом. 5, 6, 7, 8 петель. 5 петель оранжевым. Два, три, четыре, пять, одна желтым цветом, четыре петли оранжевым. Раз, два, три, четыре, одна красным. Оставшиеся петли до конца ряда вяжу основным цветом. Вяжем основным цветом, возвращаемся по рисунку. Это был седьмой ряд. Довязываем. Восьмой ряд. Первые 9 петель провяжу основным цветом. Я их уже провязала. Дальше 2 оранжевым. Девять основным цветом, 2 оранжевым, одна красным, одна оранжевым, две желтым. Одна оранжевым. Одна красным. Одна оранжевым. Две красным. Раз, два, три, четыре. Оставшиеся 4 петли я провяжу основным цветом. Раз, два, три, четыре. Возвращаемся в начало ряда. Это был восьмой ряд. Девятый ряд. Начинаем вязать девятый ряд. Первые 5 петель основным цветом. Закрепила. Раз, два, три, четыре, пять,
два, три, четыре, пять основным, одна оранжевая. Так, где тут у нас оранжевая? Ух, забыла протянуть, ну ладно. Одна оранжевая, две желтым, смотрите, если тут получилась большая протяжка, вот как у меня сейчас, можно сделать вот так под протяжкой, одна желтая и вторая, а сверху сверху, и мы эту протяжку получилось перекрыли. Вяжем дальше. Одна оранжевая, две желтых, одна основным цветом. Две оранжевым. Две красным. Одна оранжевым. Одна желтым. Видите, забыла. Четыре красным цветом. Четыре петли красным. Раз, два, три, четыре. Все остальные до конца ряда буду вязать основным цветом. Это был девятый ряд. Довязываем до конца. Возвращаемся в начало ряда. Вяжем. Десятый ряд. Первые три петли провяжу основным цветом. Далее вяжем оранжевым. Три основным провязали. Теперь оранжевым 8 петель. Раз, два, три, четыре. Желтый цвет нам больше не нужен будет. Отрезаем. Четыре, пять, шесть, семь, восемь. Две красным. Две оранжевым. Две красным. Одна оранжевым. Остальные до конца ряда 6 петель я провяжу основным цветом. Раз, два, три,
4, 5, последняя петелька, провязываем, 6, возвращаемся в начало ряда, это был 10 ряд, вяжем. 11 ряд, первые 4 петли провяжем основным цветом. Три петли оранжевым. Три петли красным. Две оранжевым, четыре красным, две оранжевым, две красным, оставшиеся 4 петли до конца ряда я провяжу основным цветом. Это был 11 ряд. Осталось всего чуть-чуть, 6 рядов провязать и закончим наш листик. Возвращаемся в начало ряда, довязываем 11 ряд. Идем в начало ряда. 12 ряд, первые 5 петель провяжу основным цветом. Дальше 1 красным. 2 оранжевым. 3 красным. 1 оранжевым, 1 красным, 1 оранжевым, 7 петель красным цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Осталось 3 петельки, мы их провяжем основным цветом. Это был 12 ряд. Провязываем, возвращаемся в начало ряда. Довязываем его. 13 ряд узора. Первые 5 петель провяжем основным цветом. 1, 2, 3, 4,
5. Дальше 5 красным цветом. 5 петель красным цветом. Четыре, пять, одна оранжевым, одна красным, одна оранжевым. Одна красным. Одна оранжевым. И 4 красным. Оставшиеся петли до конца ряда вяжем основным цветом. Раз, два, три, четыре, пять. Вяжем основным цветом. Дойдем до конца ряда, возвращаемся в начало ряда. Это был 13 ряд. 14 ряд узора. Первые 7 петель провяжем основным цветом. Раз, два, три, четыре, пять. 6, 7, 2 красным, 1 оранжевым, 2 красным. 1 оранжевым, 4 красным. Два, три, четыре. Оставшиеся 7 петель до конца ряда провяжу основным цветом и вернусь в начало ряда. Вяжем. Это был 14 ряд. Возвращаемся по рисунку. Красный над красным, желтый над желтым, оранжевый над оранжевым. 15 ряд узора. Первые 7 петель провяжу основным цветом. 6, 7 провязали. 1 петля красным. 1 оранжевым, 5 петель красным цветом. Сейчас ниточки перекручиваем тут. Раз. Два, три, четыре, пять, две основным цветом, одна красным, и оставшиеся петли до конца ряда вяжем основным цветом. Это был 15 ряд. Вяжем до конца и возвращаемся в начало ряда. Я сейчас последние ряды уже не показываю, начало и конец последней петельки, потому что показывала их все в начале.
Довязываем, возвращаемся в начало ряда. 16 ряд. Первые 7 петель провяжем основным цветом. Одна петелька оранжевым, 4 красным, 4 красным, одна основным цветом. Одна красная, 1 остальные до конца ряда все вяжем основным цветом. Еще один ряд, и все. Это был 16 ряд. Довязываем до конца, возвращаемся в начало ряда, вяжем. 17 ряд листика нашего узора, это будет последний ряд. Так, что у нас здесь? Первые 6 петель провяжем основным цветом. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 петельки оранжевым. 2 петельки основным цветом. И 1 петля красным. Все, дальше все до конца ряда вяжем основным цветом. На этом узор закончила. Дальше что я буду делать? Провяжу 31 ряд всего. Также буду закрывать справа и слева крайние петельки, как мы вязали весь мысок. Провяжу, пока у меня не закончится, вот до последней петельки. Я набирала 31 ряд. Так я его и провяжу. Дойду до этих бубенцов, распущу их потом. И будем продолжать вязать дальше. Значит, видео получилось большое. Поэтому я его разделила на две части. Первая часть — это у меня вот этот вот мысок. Мы сейчас закончим. Продолжение будет в следующей части. Они друг за другом будут идти. Поэтому сразу же можете посмотреть. Так, сейчас мы что делаем? Довязываем основным цветом до конца весь мысок. Соединяем мысок с боковыми сторонами, провяжем мысок и встретимся с вами во второй серии, ой, во второй части. Потом разошью, выщу этот листик еще, веточки эти, как они, прожилки на листике выщу. Сейчас дойду до конца последнюю петельку. Вытащили наизнанку. Вот и не вытащила. Захватила, вытащила. И вот первая петелька. Показывала я уже, ну, напоследок еще раз покажу. Провязываю их вместе. И так будем продолжать. В начале и в конце, как вязали весь мысок, также продолжаем вязать. Нудно, долго, но зато...
Красиво. Недолго он вяжется, за час этот мысок. Значит, довязываем до конца. Теперь зачищаем сзади вот ниточки, прячем их. Вот мы подключали. Я крючком подтягиваю вверх-вниз, протягиваю вот под вязанием. Так, каждую ниточку закрепим, протянем и все, обрезаем. Все, больше ничего. Также и остальные. Каждую ниточку, вот между ниточками их проложить, протянуть. Просто спрашивали, как вы прячете. Никакой тут науки нету. До сегодняшнего дня не выскакивали, не распускались. Не знаю, я. Можете, конечно, закрепить узелком. Но я их хорошо вот так вот провожу между нитками. Не делаю узлов. Вот так вот. Все, зачистим заднюю часть. Довяжем мысок основным цветом до конца. Вроде бы основное все сказала. Встречаемся во второй части. Будем вязать боковые стороны. Ну и подошву, соответственно, что там у нас еще осталось, заканчивать тапочек.